Любой взрослый знает, как мало для счастья нужно ребенку. Конфеты, мороженое, игрушки, шарики, мыльные пузыри и подарки. И ощущение праздника. Именно такие эмоции уже полтора года дарят своим посетителям магазины «Геркулес Молоко», один из которых торжественно открылся в эту субботу в районе Донецкого ЖД-рынка на улице Куйбышева, 242. И как всегда, открытию магазина сопутствовало целое праздничное шоу с веселыми аниматорами, дискотекой, клоунами, викторинами и розыгрышами ценных подарков, предоставленных партнерами торговой сети. Пожалуйста, это вам, я вас поздравляю. Большое вам спасибо, чек остается пока у нас. Есть! В новом магазине «Геркулес Молоко» представлен широкий ассортимент товаров. Тут вам и фрукты с овощами, и колбасная и мясная продукция, рыбы, консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, разнообразные напитки и соки. Мы рады сегодня объявить об открытии нового магазина «Геркулес Молоко». Это прежде всего фирменный магазин компании «Геркулес». У нас предоставлен широкий выбор продукции. Молочной, также колбасные изделия, панфазан, широкий выбор кондитерских изделий, консервы, большой ассортимент замороженных полуфабрикатов. В нашем магазине, помимо фирменной продукции, вы также сможете приобрести продукцию наших партнеров. Это широкий выбор продовольственной группы и сопутствующих товаров. В связи с открытием, и не только, у нас проводятся ценовые акции. Смотрите на полках товары с желтыми ценниками. Мы рады будем видеть вас в нашем магазине. Сеть «Геркулес Молоко» может похвалиться самым полным ассортиментом молочной и кисломолочной продукции, а цены порадуют самого придирчивого покупателя. На прилавках этих магазинов можно найти продукцию собственных торговых марок «Геркулес» – «Глэчик», «Добрыня», «Гудвин», «Панфазан» и, конечно, мороженое и печенье «Геркулес». Также можно найти акционные товары, которые отмечены специальными желтыми ценниками и продаются по более выгодной цене. Это не только молочная и мясная продукция, но и полуфабрикаты, консервы, а также кондитерские изделия. Я купила продукты. Какие? Ну, чтобы приготовить ужин. Хорошо, как вам цены вообще в магазине? Цены отличные, особенно на фрукты. Вот. Ну, будете сюда приходить? Конечно, буду. И другим посоветуете? Посоветую. Очень приятно, что в нашем районе находится такой магазин. Ну, очень уютно, чисто, красиво. Ну, будем приходить, у нас садик еще рядом. То есть для детей он полезен? Удобен и полезен, да, и для мам, и для детей. В конце мероприятия каждый покупатель смог принять участие в праздничном розыгрыше призов, оставив свой чек в лототроне. Получить бесплатно молоко, сметану или ряженку смогли все, кто поучаствовал в акции. Кроме того, для посетителей магазина, партнерами открытия, в этот день были приготовлены ценные подарки. Большой набор разнообразных продуктов, микроволновая печь и последняя модель смартфона. Очень рада, что в нашем микрорайоне появился такой магазин. Мы стали его постоянными покупателями. Рады, что сегодня получили призы и такие замечательные покупки. Спасибо большое. Проводите еще такие хорошие мероприятия. Мы обязательно примем в них участие. Партнерами проведения праздника открытия вместе с торговой маркой «Геркулес» выступили торговая марка «Summer Group», торговая марка «Eclin Green Label», торговая марка «Донка», компания «Реалика», торговая марка «Бушерон» и агентство проведения праздников «Ловбэнк». Нужно отметить, что в этот день все посетители магазина получили заряд положительных эмоций и отличного настроения. А это так необходимо жителям районов, непосредственно приближенных к линии фронта. Всем нам очень полюбились магазины «Молоко». Только жаль, что находились они очень далеко. Но теперь есть и под домом долгожданный вкусный рай. Все, сеть, что нам давно знакома, все, что хочешь, выбирай. Колбаса с отличным вкусом, молоко, творог, кефир и мороженое с плюсом. «Геркулес» устроил пир. Желаем, чтобы «Молоко» работало долго и легко. Зиньковский Евгений Полянский, Новороссия ТВ.